Интересно. Смотрите, какое красивое здание. Класс, да? Да, это какой-то мэншн. Классно, да? Парковочка. Это здесь какой-то клуб частный. Да, это golf place. Смотрите, как все мило. А вон, кстати, коровы, Саш, давай посмотрим. Одни велосипедисты. Да, тут пахнет классно. Вон лошади. А это какой-то там данк или кто это там маленькие такие? Я думаю, это щип маленький просто. Там я вижу коровы. Да. Это maybe щип. А видишь, что мужчина ухаживает за ними. Маленькая птичка там. Да, вижу. Так, пока лошадки. Да, шикарно. Просто шикарно. Такие мэншнс вокруг. Смотрите, человек на... Ну, ограниченные как бы возможности. Видите, он едет. Даже у него голова, подлокотник есть. Смотрите, все в цветах. Утопает. Все подстрижено. Заборчиков нет. Вот так живут американские села. Шапки и шапки зелени. Домики частные. Ну вот смотрите, волейбольная площадка, там футбольное поле и теннисное поле. Ну вот русские, видите, 25 тысяч населения. У них тут и океан, и бизнес, и процветающие дома. И музеи, и лошади пасутся, и теннисные корты, футбольные корты. Очень quiet, тихо-тихо.